One time for the hometown, I got love for it, that's real. Yeah. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deal. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Yeah. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deals. Да, действительно, игры получились такими яркими и, я бы сказал, равными. Конечно, если ты проиграл, наверное, ты сделал недостаточно, но этого опыта у нас меньше, чем у Магнитогорска. И это сыграло, ну, в какие-то моменты это и сыграло, где-то там в штрафных, в легких атаках. Вот, но, конечно, результат хороший, конечно, финал и равная игра с таким соперником, который хорошо укомплектован, опытный, это достойный результат. В начале сезона мы думали, что мы будем примерно в первой тройке, точно, вот, и думали, что будем бороться максимально с Химками, это будет наш принципиальный соперник. Но очень сильно удивились, когда чебоксарские ястребы выдали какую-то сверхсумасшедшую результативность, сверхсумасшедшую игру. За это им большой респект. С Грозным, да, уже во второй половине сезона у нас были принципиальные игры. Где-то проигрывали, где-то выигрывали. Но я очень рад, что в самых главных играх мы оказались сильнее. У многих в нашей команде парней это первые такие серьезные игры, полный зал народу, ответственность как никак, домашние трибуны, заключительная игра. Но я очень рад, что мы справились с этой ответственностью и стали чемпионами. Металлург победил по делу, доказал, что регулярный чемпионат он выиграл не просто так. Конечно, была нервная очень игра, и чаша весов могла сдвинуться как в одну, так и в другую сторону. Поэтому поздравляю «Металлург». Но в то же время хочу отметить прогресс «Динамо Грозного», да, который с первого года высшей лиги добрался до финала. Я думаю, что у этой команды большие перспективы.